читер. Кто это? Саня дают. Дают спать. Заниматься дают. Еще. Рисовать. Занятия. Учитель, этот человек. Это учитель наш в школе, которым мы готовимся в школе. Учитель – это моя мама. Учитель – это воспитатель. Что он делает? Показывает нам предметы, которые, чтобы мы учили. Еще, чтобы мы в школу ходили умными. Чтобы двойки не получали, а только пятерки. Учитель – это опасный человек. Учитель – это, который нас учит. Учитель играет с нами. Учитель – это, который нам дает знания. Учитель смотрит за нами и говорит правильно, как делать уроки. Учитель – это тот, который нас учит математике. Учит читать, писать, правильно говорить.